Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что смотрите наш канал «Прошу к столу». Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусные кексы с грибами. Этот рецепт из стокгольмской диеты. И такие кексы можно скушать как на завтрак, так и на десерт. А для этого нам понадобится сыр, молоко, яйца, шпинат, грибы, растительное масло, соль, сушеная паприка и черный перец. Грибы моем, режем и обжариваем на сковородке с маслом. Сыр натираем на крупной терке. Шпинат помыли и мелко нарезаем. Взбиваем яйца с молоком. В яичную массу добавляем жареные грибы, сыр и шпинат. Добавляем немножко перца, соли и сухой паприки. Хорошо перемешиваем и разливаем в формочки. Яичную массу разлили в силиконовые формочки. Если у вас нет силиконовых, вы можете взять металлические формочки или бумажные. Но бумажные тогда используйте 2-3 вместе, чтобы форма не развалилась. И будем запекать в духовке 180 градусов 15-20 минут. Дорогие друзья, посмотрите, какая красота у нас получилась. Мы использовали только полезные продукты. Такие кексики вы можете кушать на завтрак и на десерт с чашечкой кофе или чая. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал, не пропускайте новых рецептов. Оставляйте комментарии и ставьте лайки. Прошу к столу и приятного вам аппетита!